Комитет госконтроля проводит работу по сокращению долгостроев. Президент не раз обращал внимание на проблему. Это касается замороженных объектов агропромышленного комплекса, инфраструктуры, коммунального хозяйства, социальной сферы и промышленности. Если они необходимы в нынешнем экономическом положении, то выделят средства для завершения строительства. Сегодня в Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Цель акции – профилактика происшествий на пешеходных переходах. Госавтоинспекция напоминает, за нарушение ПДД водителю грозит штраф от 29 до 145 рублей, пешеходу – до 87. За те же действия в нетрезвом виде наказание может увеличиться. Беларусь на полгода установила запрет на вывоз из страны кислорода, в частности, газообразного и жидкого медицинского. Решение не распространяется на международную гуманитарную помощь иностранным государствам. Кроме того, еще одним постановлением правительство включило кислород в перечень лекарственных средств, цены на которые регулирует Минздрав. В учреждениях образования Могилевской области на осенних каникулах будут работать 250 лагерей с дневным пребыванием, в которых оздоровятся почти 7500 детей. Для них предусмотрен подвижный распорядок дня, закаливание, сбалансированное питание. Ежедневно с 9 до 20 часов будут работать спортивный зал, компьютерный класс, библиотека и комната психологической разгрузки. Начался сезонный учет детенышей зубров. Перед приходом зимы большие стада выходят из лесов на открытые участки и специально созданные кормовые поля. Это время лучшее для подсчета потомства. Уже насчитано около 60 телят, но цифра не окончательная. Некоторые малыши появятся на свет в ноябре и декабре. К слову, животное занесено в Красную книгу, но в Беларуси популяция растет и остается самой большой на планете.